Вижу. Пытаюсь догнать. Я еще убил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Васаби. Поздоровкайся. Всем привет. Сегодня играем в FNAF 2 Коп и решили пройти четвертую ночь. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение и выживание. Надеюсь, будет очень легко. Обязательно прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь, это добавляет плюс один к удаче. Хотели записать большим количеством людей, но почему-то не могут присоединиться только один человек. Это очень странно. Так, надеюсь, я играю с очень наигранным человеком, который сможет. Да я профессионал. Я знаю, как и я, которые не смогли пройти эту ночь очень много раз. Так, будьте внимательны. Говорю тебе и себе во множественном числе. Так, фонарик тратится, все как положено. Но пока что еще никто не проснулся. А ты где вообще сейчас? А я тут на входе. Шкатулку сказали, что можно заводить только в 3 часа ночи, и всего надо завести ее один раз. Два раза не надо заводить, или постоянно там заводить ее не надо. Надеюсь, пацаны были правы. Нам надо, главное, что сейчас? Наверное, скрываться, да, максимально очень сильно, чтобы не попадать своим на глаза. Да, я тут скрываюсь, отлично. Все хорошо, да? Да. Так, я пока мест на рабочем месте, потому что отсюда можно убежать по-разному. Кстати, игра как-то подлагивает, да, рывками идет. У тебя тоже? Да. Как я сюда внедряюсь? А из-за чего это? Раньше такого не было. Я не знаю. Может, из-за того, что здесь очень много аниматроников? У нас пока что только один проснулся. Какой аниматроник проснул? Той Бонни. Так, Той Бонни, это хорошо. И он на сцене. Так, так, я иду, Бонечка, сюда. Ты на картофана ходишь? Да. О! Что, что ты говоришь? О, я уже боюсь. О, это слово. О, это кто-то еще проснулся. Насколько знаю, здесь нельзя с шифтом, да, бегать? Тогда будет все в порядке. Если шифтом бегать, то они быстро просыпаются. Так, шкатулку пока я себя не буду заводить, в этом нету смысла. Так, у нас уже 1 час и 15 минут. Это хорошо. Очень странная игра идет. Раньше так она нормально шла, сейчас что-то не оптимизировано идет. Надеюсь, это не помешает нам ее пройти. Да не, у нас есть шанс пройти. Вдвоем легче, да, чем когда больше людей, они их дразнят и водят их к нам постоянно. Угу. Да, все правильно. И вот сейчас будет пол второго, и только пол шкатулки кончилось. Поэтому как раз, да, до 3 часов и она и кончится. Около 3 можно идти и заводить. Проснулась. Что говоришь? Той Чика проснулась. Отлично. Не, это не отлично, это плохо. Это очень плохо. Отлично. О, вроде уже не подлагивает, игра идет четко. Так, я вообще тебя не вижу. А я тут на входе. В пиццерию. А, понял. Блин, надеюсь, я не сольюсь первый. Я не хочу слиться и вторым, потому что я тогда один останусь, и вообще будет очень страшно. Нет, если ты сольешься вторым, то ты вообще сольешься. Ну да, в принципе, логично. Ну тогда, если ты умрешь первый, я один останусь, и это будет очень-очень страшно. Очень. Так, идемте потихонечку, не спеша. Все у нас здесь хорошо. Кстати, почему бы камеры здесь нельзя было обкладывать? Могли бы сделать. Так, уже практически 2 часа ночи, все хорошо. Как-то спокойно. Представь, мы четвертую ночь наизично пройдем. Это будет смешно, ой, да? Это будет реально угар. Как так-то? Мы тогда не могли движухой пройти. И? Ты тоже этот звук слышал? Да, это той Фредди ко мне идет. Понял. Так, надо до шкатулки продвигаться. Ты видишь, мало очень осталось шкатулки. Угу. Эй, игра, не подлагивай. Ты чё? Слышу, кто-то топает.
Как думаешь, смогу завести? Ну, думаю, да. А куда ты, Фредди, побежал? О, на тебе. Дим, беги. Я ж не бегаю на шифт, поэтому он не будет за мной быстро бежать. Я не успел завести ее до конца. Ну, до 3 часов бы не хватило, мне кажется. Ну, там где-то до 2:30 надо заводить в следующий раз. Когда где-то будет 3... Короче, около 4 часов, там 3:30, то уже точно можно будет не заводить. Я боюсь одно, что здесь может ожить мангал. Если оживет мангал, у меня жопа. У нас что-то из старых аниматроников ожил. Угу. А главное, чтобы меня не задавили. Давайте сюда пройдемся. А фонариком только старые, да? Ослепляются. Да, старые и, не помню, возможно, мангал. Да-да-да, я понял. Главное, что Фокси не задразнит нам сильно, потому что Фокси вообще какой-то бешеный. Так. Вспоминаю прошлое видео, да? Да-да-да-да, это было жестко. Сколько у нас было попыток этой ночи? Ну прям, это очень долгая история. Попытки 3. Да, 3 попытки, и мы не смогли ни разу пройти эту ночь. Но это очень сложно. Мы дошли до 5 утра и умерли. Да было что-то под 6 уже даже, помню. Мангала жила. Мангала жила и сразу поползла ко мне. Ну жопа, а? Я ее очень боюсь, на самом деле, ребята. Очень сильно боюсь. Так, игра не подлагивает. Раньше не лагала никогда. Так, эта тварь идет ко мне. Ой, ну, я вижу, она ползет. Да-да-да, ты ее видишь, да? Да, я видел ее глаз. Это хорошо. Ты ее глаз видел. Так, интересно, она будет прям со мной конкретно ползти или будет срезать? Стоим здесь. Пока миссия на глазами еще сильно не попадаюсь. Ну, у нас стоит Чика на сцене и ты, Фредди, в главном зале. Да-да-да. Я боюсь Фокси, это реально неадекватно какое-то чертило. Ребята, кто проходил эту часть и 4-ю ночь? Может, какие-то есть Ой! Приколюхи, как можно их запутать и при этом прожить? Мне сказали, что можно с одной стороны, короче, забагать Балунбоя. Он же не убивает Балунбоя, так понимаю? Балунбой не убивает. Он Фокси ожил. У нас Фокси бегает. Фокси ожил, Фокси ожил. Блин, я не хочу сливаться, я хочу жить. Я хочу очень сильно жить. Ну, Дим, у тебя проблемы. А чё, ты умер? Меня Фокси убил. Блин, ребята, пожелайте мне удачи. Ну, может, он сюда не будет идти. Ну, как ты так слился легко? Ну, я сидел, мне интересно, он как резко побежал. И это было ко мне. Он сначала убегает от меня, а потом возвращается через другой вход. Обманул тебя, да? Да. Я думаю, ну все, один, тебе конец. Не, я живой. Ко мне. Я буду жить. Я мангал ползу. Я вижу. Плохо, что мангал убивает. Побежал. Тебе. Все хорошо. Я переживаю, но не очень. Я бы сильно. Не так, ребята, ну что, 4 часа ночи практически, я себя просто таким образом успокаиваю. Кто-то ко мне идет. Они знают, как ты думаешь, где я сейчас? Думаю, да. Они всегда, да, знают, где игрок находится? Так, наверное, запрограммировано. Точно не знают, но приблизительно они где-то знают, где ты. Все, я бы хотел, чтобы так вся ночь прошла, а я затащил. А как же шкатулка? А, ну да. А если шкатулка, она сразу прибежит ко мне, да, резко? Она знает, где я. Да. Блин, вот шкатулка реально, да, портит всю картину нам? Да, было бы легче, если бы не было шкатулки. Было бы легче, если бы ты не умер бы. Надо было все-таки по вентиляциям тебе ныкаться. На такие вентиляции сидел. Ну вот именно вот тут, где много углов, там, может, он же за угол заходишь, тебя сразу не видит. Я иду шкатулку заводить, потому что я, если не успею... Дим, сзади. Ой. Ай! Я знал, что я играю с профессионалом, такие как я. Ну еще, ребята, мы сейчас еще раз попробуем. Это нам не помешает проиграть, пройти эту карту, блин. Проиграть.
Да блин, я боюсь эту часть очень сильно, блин. Так, 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 осторожно. Очень осторожно. Мне появилась новая тактика. Это как называется? Тактика крыс? Тактика, я буду сидеть возле шкатулки. Ну, и тогда можно сюда отступить. Да. Блин, я сам своих шагов боюсь. Блин, это смешно как-то смотрится. Бояться своих шагов. Ну, это классно. Все сходится. Так, делаю громче микрофон. Все сделаю громче. А я сразу вижу, это не поставили лайк, поэтому и не смогли пройти. Надо лайки обязательно ставить. Ролик, блин, завирусился. И таким образом мы точно пройдем. А где ты сейчас? Ну, я сижу возле шкатулки. Да? А, давай я заведу. Все равно. Привет. Ой. Тихо, тихо, тихо. Так. О, не ожил. Ребята, давайте так, если сейчас вы поставите плюсик или нам нравится, и будет очень много штук, я запишу тогда любительский FNAF, типа вот такой вот, на этом сайте, где мы скачивали, много FNAF'ов есть. Есть там мультяшный FNAF, тоже 3D, очень крутой, я его обязательно запишу. Даже если будет, конечно, мало плюсиков, я тоже все равно его буду записывать, потому что я его уже даже скачал и проверил. Ну, очень-очень крутой. Там, конечно, не так страшно. Ну, хотя я только попробовал всего одну или две минутку, чтобы хотя бы изучить, ну, вообще, как механик работает. Ну, не доживал я допоздна там. Поэтому, может, все-таки он и страшный. Нет, мне кажется, дошел, испугался и вышел. На самом деле, это правда? Ты не пали контору? Блин, ой, я до олд аниматроников не пойду, я их очень боюсь. Не будем этого делать. Я помню, когда ты сел за олд аниматроников сзади, он ожил. Он убил меня тогда или нет, я уже не помню. Да. А, да-да-да, они еще как-то бегают здесь по-дебильному. Да, конечно, аж с другой стороны Фокси сейчас у меня был, а там меня убила Чика. Чика, кстати, она медленная же. Медленные все аниматроники, кроме Фокси. Фокси. Фокси, да, он какой-то вообще бешеный. Конченый. Так, давайте сюда сходим. Так, вот эти звуки, блин, классно сделаны. Я их очень сильно боюсь. Блин, они начинают там топотать. Мне интересно, разработчик, который делает эту игру, он сможет пройти эти все ночи или нет? Думаю, здесь еще большой играет роль рандом. Дим, я думал, он сделал дресеночку и там просто будет сидеть. У нас Чика жила. Блин, я хочу куда-то прыжком запрыгнуть, но не могу. А нельзя прыгать. Не, прыгать можно на пробел, но я не могу, как знаешь, в Гаррис моде. Прыгнул и в воздухе присел, и ты можешь на высокие предметы запрыгивать. Здесь такое наверняка тет. О, вот как это? Я залез. Куда? Ох, блин, было бы классно, если бы смог бы реально туда допрыгнуть. Я, короче, на стол наш рабочий залез. Блин, подлагивает, когда я прыгаю. Блин, было бы круто. Ну, сейчас все-таки я попробую. Так, разбег побольше. Ай, да, разработчик так сделал, что ты не допрыгнешь. Все-таки у меня есть шанс. Не, в воздухе как будто невидимая стена и отталкивает тебя. Нельзя запрыгнуть. Так, так, так. Никого нету? Никого. Пока что никого. Вообще тихо, согласись. Может, они забагались? Не ходят. Да? Не все на сцене. Так, электричество, не пугай меня. Все меня здесь пугает. Короче, я стою свое на рабочем месте, и все четко у нас. Фонарик у меня очень мощный дали. Работает хорошо все. Светит мощно. Так, так. Прогуляемся тихонечко. Сейчас Фокси, да, живет? Фокси вроде в 3 часа оживает. Фокси в 3 часа. Где-то в 3 часа 30. Интересно, на эту игру есть какие-то читы? Было бы прикольно, если они были бы. С
читами чисто поприкалываться. Даже не просто попроходить, а какие-то приколы сделать там. О! Ко мне Фокси бежит. Я его ослепил. Готовься, Фокси бегает. А, да, уже? Да, 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 если ты сольешься, я буду орать. Ну, готовься. А где ты? Я в вентиляцию. О, привет. Не бойся, не бойся. Это я говорю сам себе сейчас. Да, я оторвался. Ну, пока месть так вот, ребятушки. Пока месть мы тащим. Так, я вижу Фокси. Мангала жила. Дим, ты тут прошелся и завел меня в невыгодное положение. А в каком смысле? Ну, в том, что тут, с одной стороны той Хико стоит, с другой той Бонни. Ну ты не сливайся, главное, хорошо? Блин, ребята, это очень страшно. Ну мне нравится. Я так люблю FNAF играть. И просто кайфую от него. И очень странно работает игра, как будто я кому-то присоединился, хотя я создал. И пингует все. Ой, Мангл. Все, я вообще зашкерился, фиг знает куда ушел, на старых аниматроников, в другую часть карты, короче, ушел. Нам сейчас главное что, когда будет где-то 3.20, 3.30, даже там 3.40, допустим, завести шкатулку и все, можно уходить просто подальше куда-нибудь и шкериться. Вот сейчас уже даже можно, в принципе, завести, и возможно такое, что ее хватит до утра. Может она, в принципе, и садится ровно в 3 часа ночи. Ты же это потение вонючее. Да, они за мной идут. Да? Да, я смог выжить. Молодец, умничка. Тащи. Так, теперь нам надо как-то шкатулку до упора завести. Ты можешь завести ее? Их там слишком много. Да? Может до 4 часов подождать? В принципе, да, есть шанс. Пусть они немножко рассосутся. Пусть идут, я их себе, на себя тяну. Все, они идут ко мне, можешь пробовать заводить ее. Угу. Я их оттащил. Ну, как максимально, как смог. Фокси вот там аж ходит, там где мы, в принципе, наше рабочее место, он там ходит. Он сюда еще не скоро придет. Он, конечно, еще такой хитрый жук. Все, ожил аниматроник, еще один старый. Старый аниматроник ожил. И еще один. И еще один. Так, Фокси я в глаза посветил. Так, я слышу. Мангл. Мамочка. Дим, ты помнишь, что Мангл по потолкам лазит? Ты хоть сказал мне, молодец, я помню, я видел, как она уже в этой серии, она уже лазила по потолкам. Дим, Мангл и Фокси застряли в друг друге. О, так может она выручит как-то? Нет. Все. Ты умер? Проблема. Нет. Да не, фонарик включи просто и с фонариком ходи. Чего ты? Отойди, отходи. Отходи, отходи, не бойся, не бойся, пошли. Главное не бояться, ты вот это ходишь на корточках, они реагируют и так, и так. Кажется, у нас проблемы. Не, нема проблем. Думаешь? Никаких проблем. Все, нам шкатулки хватит до утра. Теперь нам главное шкериться. Фокси, Фокси бежит, слышишь? Угу. Все, вот тут можем теперь шкериться мы с тобой. До утра ее хватит, 100%. Пусть идут. Главное, когда ты видишь Фокси взглядом, включай фонарик и резко свети во все разные стороны, крутись. Там даже доли секунды его ослепляет. Блин, знаешь, так сделано пиццерия, что вот просто, ну нема куда зашкериться. Ну нема вообще куда. Как-то нечестно. Да, вообще, даже нет каких-то мест у тебя таких, которые могли бы тебя спасти, что ли. Вон Фокси. Я его ослепил, все хорошо. Идем по вентиляции, уходи, уходи, уходи.
Идем. Иди, иди. Не садись, на горточках не надо ходить, мы так не выиграем. Я его ослепил. Ой! Дима, беги там, старый Фредди. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо, если не думаю, что они там. Мамочка? Все, все старые аниматроники ожили. Все хорошо, мы проигрываем. Может, это будет лучший результат с тобой. Представляешь, если мы пройдем? Скорее всего, мы пройдем. Ты думаешь, да? Нам шкатулку уже точно не надо заводить. Ее реально хватит. Да. Ой. Старого аниматроника я ослепил. Балунбой идет. Фокси я ослепил. Все хорошо. Фокси главное контролировать. А так, в принципе, все удачно. Дима, остался один час. Все, мы должны затащить. Смотри, у нас прям вообще по графику. Шкатулку заводить не надо. Аниматроники, мы уже выхватили, как они ходят. Главное их постоянно растягивать по карте. Не, так, не давать, чтобы они тебя окружили. Это главное. Mm-hmm. Все, и за угол заходишь. Если ты в прямом видении, они постоянно пытаются к тебе добраться. Ребята, держим кулачки. И радуемся того, что мы все-таки сможем пройти. Все. Плотно. И знаешь, что главное, что у нас двое. Есть шанс того, что все-таки, ну, шанс x2, правильно? Правильно. Да. Ну, когда нас было там еще 11, там один куёк остался и выжил. Да-да-да-да. Тогда третья ночь была? Первая. А, первая, да. Ну, блин, когда больше игроков, тяжелее играть. Они как-то друг другу мешают, перегораждают путь, и таким образом тупо все как-то получается. Смотри, они застыли на месте. Нет. А у меня тут все стоят на месте, никто никуда не идет. Кабалумба, какие-то конченые слова. Васаби, на тебя вся надежда, что мы сейчас с тобой затащим. Полчаса осталось, это игрового времени. Нереального. Ой, не. Не, хочу не проигрывай, вам. Пожалуйста. Не, только не ходи на корточках, ходи просто пешком без шифта. Ты когда ходишь на корточках, это ничего не меняет в игре. Отлично. У меня вообще здесь спокойно, кстати, никого нету. Мы, может, когда находимся в каких-то определенных точках, они не могут определиться, кому идти, к тебе или ко мне? Может такое быть? Возможно. Ну, и это дает нам большой шанс. Фокси вообще где-то потерялся во времени. Осталось 13 минут. Ну все, отлично. Я сейчас стою и не шевелюсь. Просто зашкерился в уголку тут, возле входа в пиццерию. У меня аж голос дрожит настолько, ребята, сильно. Мы столько раз пытались пройти эту ночь. И, наконец-то, возможно, мы сейчас сможем это сделать вместе с вами. И это означает, что следующий ролик это будет пятая ночь. Правда, сейчас садится шкатулка, и мы тупо проигрываем. 3, 2. Один. 0. Мы смогли пройти, ребятушки, четвертую ночь. С профессионалом, самым лучшим игроком, которого я видел. Что, Фокси, ты уже не такой деловой? Подожди, что, ночь дальше продолжается? Нет, все, нам осталось только выйти. Фух, слава богу. Я хоть просматриваю аниматроников, как они здесь выглядят. Очень крутая часть, очень. Что, Фокси, ты уже не такой модный? Так, и что сейчас, что будет дальше, да, насколько я знаю? Ну, пошли за мной. Отлично. У нас же должна быть мини-игра. Kill them. О, я играю за аниматроника! Да, ты Фредди, а я кто? А ты кто? Это ты сейчас играешь? Да. А что нам надо делать? Не знаю. А, мне кажется, нам надо найти трупы детей. Трупы детей? Да. О, я вижу, вот бегает игрок. О, тут такой режим есть полноценный, получается. Я убил. Еще кто-то должен быть? Да. Ну да, у нас мини-игра должна закончиться. Так, я ищу. Блин, ребята, это реально эпик. Я вообще не знал, что здесь можно за аниматроников играть. А сколько тут игроков, как ты думаешь?
О, вот, еще одно сейчас. Давай. А, он скользнул по вентиляции. Получается, мы теперь почувствуем ту роль, когда играешь за аниматроника, как игрок обычно играет. Вижу игрока еще одного. Вижу. Пытаюсь догнать. Я еще убил. Двоих. Пожрал. Еще одного, да, получается, надо найти? Детей было пять, нам еще двоих. Так, ищем. А время есть какое-то, как ты думаешь? Ну, думаю, нет. Отлично. Вижу одного. Так. Остался один. Ищем. Так, все. Короче, мы не смогли, да, пройти эту мини-игру? Не, мы прошли. А, мы прошли. Ну, вообще красавчики, ребята. Прошли четвертую ночь и смогли еще убить всех детей. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и после мои ролики. Чао.